Итак, всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. Недавно я провел опрос в группе ВК, стоит ли мне снимать видео, где я кликну максимальное количество раз в черте клик челленджа. И многие, вернее большинство, ответило, что да. Итак, для этого нам понадобится FPS-хак плюс автокликер. Итак, мы его включили, и как видим, у нас показывает максимальный результат, сколько мы можем кликнуть. Итак, как видим, есть баги в конце с незасчетом уровней и с неправильным корабликом. Но в целом все получилось. Подписывайтесь.